Так, ну и, Евгений Николаевич, давай, включите гитару и романс о релаксирующем напитке. Если вы помните, то начали с подставки. Да. Отвлеклись. С каким же смаком в 7 утра глотают пиво, то, что дымится из-под пробки на ветру, оно вливается вовнутрь неторопливо. Так пьют лишь пиво и лишь только поутру, глоток другой, и наведенные на резкость глаза и мысли возвращаются назад, и навожена захарканная местность превращается в цветущий нежный сад. Над ним парит в лучах янтарного сияния вчерашний грешник, вечный пленник Будуна. И сокращаются большие расстояния, и приближаются иные времена, где нет с утра тоски похмельного синдрома, а только радость в предвкушении труда. Дорога медленно бежит к родному дому, а там жена глухонемая навсегда. Старушка мать печет оладьи хлопотливо, сынуля режет на баяне краковяна. Ах, почему ж так быстро иссякает пиво? Ах, почему же в этой жизни все не то? Почему же в этой жизни все не так? Да, человек, познавший все и вся, только так может сон, если ты переживаешь, да.